Доброго времени суток, YouTube, уважаемая психологическая комьюнити, уважаемые психофизиологи, уважаемые, как вас назвать? Сейчас я подумаю и назову вас профанаторами от психофизиологии. Профанаторы от психофизиологии. Надо почувствовать вкус этого словосочетания. Речь в этом видео пойдет о полиграфии. Вот есть у нас такая красивая картинка. Мы увидим тут мужичка в белом халате, якобы врача, псевдоврача. С правой стороны видим здесь мужчину импозантного, не с испанской бородкой, который весь облеплен датчиками. У него на пальчике какие-то контакты присоединены к нему. И, видимо, по всей видимости, происходит процесс обследования или диагностики полиграфии. По полиграфии. У меня масса знакомых, масса коллег, женщин и мужчин, которые занимались и занимаются, продолжают заниматься этим черным делом. Психофизиология не черное дело, должен вам сказать. А вот полиграфия – это черное дело. Это игрушка для взрослых, это большой обман и маркетинг. Нам показывают полиграфы по телевизору, в разных передачах. В милиции не присутствуют и милицейские начальники, которые, прислушайтесь к этому звуку, и милицейские начальники, еще раз повторю, думают, что они что-то там понимают и видят по этому полиграфу. Полиграф — это профанация от психофизиологии. Полиграф не работает. Это устройство, которое замеряет ряд функциональных физиологических проб, снимает с человека. На самом деле ничего с помощью полиграфа как метода понять о человеке нельзя. Это метод не работающий. Часто сейчас в нашей реальности, в нашей действительности, честных и откровенных психофизиологов, которые работают настоящими методами и средствами, они подменяют собой наши психологические обследования, продавая вот эту билиберду, вот эту... Извиняюсь, я все-таки выскажусь. Это дерьмо, которое вы сейчас видите на своем экране, продавая за науку. Это не наука, это профанация какой-либо диагностики. Я такие видео записывал уже раза два или три, но не больше трех. Высказывался крайне негативно, надо это понимать. Если вы человек воцерковленный, верующий, верьте. Если вы человек атеист и материалист, надо понимать, что это все от лукавого. Полиграф – это не такой метод, чтобы по нему что-то судить о человеке. А сейчас сплошь и рядом эти полиграфисты пытаются выжить. Ну, понятно, надо всем зарабатывать деньги. Они покупают эти дорогущие лафайеты, полиграфы, и начинают разводить людей, тире лохов, на хорошие и большие деньги. На самом деле, ну вот у меня коллега, да, она работала в милиции на таком полиграфе. Мы с ней неоднократно обсуждали. Одна из коллег, кто занялся в этой сфере деятельности. И она проработала долгое время, несколько лет, может быть, десяток лет. Мы с ней обсуждаем этот вопрос. Она говорит, видите, это не работает. И другие коллеги мне говорят, это не работает. Они сами признают, эти уважаемые полиграфисты, признают, что это не работающий метод. Ничего с помощью него о человеке сказать нельзя. На этом все. Благодарю вас за внимание и удачи вам.